Сейчас снимать. Это для нашего семейного архива. Для семейного. Как правило, то, что у нас хранится в семейном архиве, попадает в общественный. Представляешь, кто-то ворует видео наше? Нет ничего более постоянного, чем временное, и более публичного, чем семейное. Сейчас глазки сделаю побольше. Поэтому ты так молодо выглядишь в свои 40. Естественно. Вот вам и вся готовка с женщиной. Это не дела, она все съедает. Все съедает. Я тут за еду работаю. До выхода в эфир. Три, два, один. Здравствуйте. Это передача «Смак». И я ее бессменно веду. Точно. Всем привет. Ну что? Заценили последний видосик? Я думаю, многим он должен был понравиться. Мы готовили яйца для своей любимой. Самое дорогое для самого дорогого. Алло. Сейчас чуть-чуть занято, давай я перезвоню тебе. Поговорил с мамочкой. Я просто мамкин сын и каблук. И вообще я люблю женщин. Потому что что? Потому что скоро 8 марта. Для тех, кому готовить яйца может быть покажется скучным, я решил приготовить самое душещипательное. То, что любят все дамочки, женщины, все девушки, девочки, независимо от возраста, независимо от вероисповедания, это суши. Вот этими руками приготовить суши не так-то просто. Но я решил это сделать. Яйца мы приготовим на завтрак, а полирнем все это сушками. А? Ну, гениально же, многоходовочка, никто не ожидал. Чтобы как-то себе помочь, я купил набор суши. Всегда было интересно, можно ли из них сделать что-то годное. По-любому можно. Итак, открываем. Сейчас бы себе руку не отрезать. Здесь есть только описание роллов, какая-то торговая информация. И, о, инструкция. Я не буду читать. Это водоросль. Это вот та штука, на которой все держится. С которой суши и ассоциируются. Открываем, чтобы Кто так делает? Ну вы чё? Вообще не обязательно сейчас. Блин, я тот еще мастер-шеф. У нас есть вот такие штуки. А пахнет-то как? Ничем. Дальше у нас есть эта штука для массажа. Как она открывается, с каким сюрпризом? А так вы здесь не могли сделать? Вот на ней, я так понимаю, все и должно готовиться. Дальше у нас идет рис для суши, рисовый уксус, соевый соус пригодится в самом конце, васаби, окей, есть даже палочки для двоих, они как знали, что мы планируем сделать, и немножечко имбиря, это тоже пригодится в конце. Помимо всего этого, я решил порадовать свою любимку творожным сыром, я заботливо купил еще один, потому что она вечно все съедает, но в этот раз она не успела, может быть огурец. Достану на всякий случай, вдруг пригодится. И, конечно же, моя любимая рыбка. Своя рыбка. Руководствуясь своей логикой, рис нужно сварить. Блин, хороший вопрос. Как варить рис? Чувственный процесс происходит. То есть его нужно положить в воду и 30 минут, чтобы он просто лежал. Серьезно? Берем вот такую кастрюлю, набираем воду. Сколько нужно воды? На глаз засыпаем рис. Нам нужно помыть рис. А как его помыть? Есть какое-то средство для мытья риса. Надо сначала, наверное, помыть руки. А то я тут коробочек всяких натрогал. Но я думаю, надо его как-то пожамкать, да? Там было написано, что надо вот его вот так вот делать, пока вода не станет мутной. Смотрите. Магия. Это все химические реакции. Подожди. А теперь-то надо слить отсюда воду, но не слить рис. Задачка. Аттракцион называется «Все или ничего». Если сейчас рис вывалится в раковину, то никаких суши не будет. Не, идеально. Может быть, даже на еще разок его промыть? А? Как вы думаете? Мы же любим свою женщинку. Так, ну-ка смотрим. А вода-то опять мутная. Ты открой тайну, она будет всегда мутная. Это она всегда мутная, пока он грязный. Его можно мыть до бесконечности тогда. Я много чего могу делать до бесконечности. Такой я человечек. Я так понимаю, его нужно сейчас замочить в воду на 30 минут. Варить надо. О, Санька, господи, никогда не спорь с мужчиной на кухне и в кровати. Там мужчина в своей среде, там мужчина все понимает.
Ладно, пока мы нарежем рыбку. Вот так делают нормальные пацаны. Это называется удобно. Почти открываем, как новый iPhone. Идеально. Новый iPhone красного цвета. Я вот еще не вижу ее, но я уже знаю, что у нее там есть кожа или шкура. Мне даже в комментариях никто не написал. Ребят, пишите какие-нибудь комментарии. Я ведь тоже, как вы понимаете, ну не идеален. Я всего знать не могу. Но мне кажется, что не кожа. Ну может и кожа, фиг знает. Может я просто идеален? Может я слишком строг к себе? Мы положим водоросль. С водорослью не надо ничего делать. Ты просмотрел? Я точно не знаю. Мне кажется, нет. Давай намочим. Давай проэкспериментируем. Одну намочим. С ней ничего не произошло. Кроме того, что она стала мокрая. Такая рыбная стала. Кстати, слушай, может ее и надо мочить. Вот честно, огурец я не хочу добавлять. Мне кажется, это лишнее. Коты, идите. Блин, а что-то все, нет котов. Где собака? Собака. Пока рис у нас набухает. Да-да. Набухают не только шишки, а те самые, о которых вы подумали. Набухает еще и рис. Надо подождать. Я могу нарезать рыбу. Так. Не надо сначала, а потом рис. Мы же будем делать Филадельфию. У нас шкурка, так что Филадельфию делать мы точно не будем. Ну ты что, не подумала? Вот реально, вот блин, мужчина тем и славится вообще в природе, что думает наперед. Шкурка, потом рис, а потом рыба? Естественно. А сыр куда? Тоже вместе? Миллионы женщин мечтают об этом. Просто ничего не делать и ждать результата, чтобы мужчина обо всем позаботился. Это как раз тот случай. Вот здесь мяско без косточек. Кисочка, кисулька. Ты пришла, моя кисулька. Такой вот сладострастный кусочек пойдет на наши сушки. Так, здесь нет костей. Киска, ты навязчива. Иногда для достижения желаемого нужно просто немножечко потерпеть. Самое главное здесь не прорезать кожицу вот эту вот. Ну или что это? Мы так и не определились. Потому что ваша женщина не будет счастлива, если она будет в своей сушенке есть эту кожу. И тогда вы тоже не будете счастливы. Помните, я говорила о взаимности? Да, нужно, чтобы женщина почувствовала себя любимой. Все, кто любят котов, ставим лайки. Ребята, вот реально оно того стоит. Астик, смотри, счастье падает с неба. Она прям вообще здесь на много процентов состоит из костей. Нужно обязательно проверить. Только вот так проверять не надо. Это неправильно. Кто будет? Киска будет. Хавай, Астик. Мои домочадцы должны быть счастливы. Это же моя главная задача. Мы имеем кусочки рыбы, которые мы поместим туда. У нас уже есть творожный сыр. И вот, кстати, самое важное. Что делать с рисовым уксусом? Ну, нету в инструкции этой информации. Вот здесь по-любому на нем написано. Блин, да ты гений. Реально написано. Откуда ты это знаешь? Чтобы правильно приготовить рис для суши, нужно сваренный уже рис, полить уксусом. То есть после того, как он сварится, вот этой штукой сверху поливаем. Что делаешь? Настоящий мужчина использует высокотехнологичные гаджеты для того, чтобы протереть стол. Ну, точнее говоря, пропылесосить стол. Отсосать пыль со стола. Прошло не 30 минут, но около того. В общем, я смотрю, что рис почти занял всю вот эту площадь, весь вот этот объем, который был занят водой. И я считаю, что получается, что сейчас его все можно варить. Я думаю, эту еще раз сольем, чтобы стало чище. Потому что залог здоровья — это что? Это чистота. Любой выпускник медико-профилактического факультета вам это подтвердит. Откуда я это знаю, не скажу. Чистенький, белоснежный, как свадебное платье. Можно гадать на нем, возможно, как на кофейной гуще. Может, погадаем? Какой приз меня ждет на 8 марта за мои старания? Набираем воду. Понятия не имею, сколько воды нужно набирать. Я думаю, что немного. Анюта, вот кто твой совет просит? Вот скажи, пожалуйста. Так и знал. Родительский контроль. Соль. Не надо. Не тут. Видите? Я быстренько учусь. Не надо соль? Почему? Потому что я люблю солененькое, своего соуса. Зато я хотя бы запомнил, где находится соль. Ждем. 40 минут. И медленный огонь! А у тебя? Что это? Это девяточка. Это набор. Как на машине ты разгоняешься быстро, 60 км в час в городе, и потом уже медленно, потихонечку 60 движешься. Господи. Вот поэтому женщины за рулем так и ездят. Медленно.
1 километр в час, 2 километра в час. Но это не про тебя, да, Анюта гоняет просто как не в себя. Я когда езжу на пассажирском сиденье, я просто вот так. Ремнями обвязан, даже Анютиным. Анюта каждую машину на светофоре воспринимает как соперника в гонке. Вот он, медленный огонь, я не знаю, 5 это медленный огонь считается или нет. Но вот дальше я 40 минут буду выполнять роль мешальщика. Анюта говорит, что я мешаю ей всю жизнь. А я мешать буду всего лишь 40 минут. И то не ей мешать, не ей, это важно понимать, а рис. Вот правда говорят, мужчины лучшие повара. А можно я на 5 секунд возьму камеру? Вы посмотрите, что тут происходит, а? Это вообще нормально? Ты что делаешь? Я для своей любимой готовлю суши. Оператор, вы что творите? У вас еще вон сколько. Зачем ты ешь водоросли? Она вкусная. Вот вам и вся готовка с женщиной. Как не дела, она все съедает. Все съедает. Я тут за еду работаю. Ну что, Рома повар, Рома в деле, Рома варит. Я могу одно сказать, что 40 минут варить рис — это точно какой-то бред, потому что прошло минут 10, и он прекрасно уже приготовился. Если бы я варил кашку, он бы уже был готов для нее, я его только что пробовал. Вот, но так как я думаю, что для суш должен рис быть прям разваристым, наверное, его стоит поварить вот еще 3 минуты. Даже 2 минут не прошло, я стал немножечко беспокоиться по поводу того, что здесь уже отдельных рисинок не стало видно. Это уже превращается в пюрешку. Вот, а пюрешку мы будем готовить в следующем видео. Обязательно подписывайтесь, мы приготовим и пюрешку, и вообще много чего. Я поделюсь секретами. Я знаю, что многие из вас хотят готовить, хотят радовать любимых, но не знают как. А в книге, в этой бездушной вот книге, ты не поймешь, не узнаешь всех вот этих секретов, лайфхаков. Но я хочу с вами поделиться. Методом дедуктивного и индуктивного анализа я пришел к выводу, что эта штука должна быть мокрая, потому что, когда мы ее намочили, она стала такой клейкой немножечко. Эту штуку надо намочить, чтобы она была клейкой, и чтобы сушенка завернулась и запечаталась. Я знаю, вы задаетесь вопросом, как? Как такой молодой парень знает столько секретов и лайфхаков? Но я вам отвечу. Во-первых, я не молодой. Во-вторых, не парень. Меня зовут Алена. У вас очень большой бас, Алена. И не только бас. Просто тут у нас оторвано. Анюта откусила. Я не кусала. Откусила, я же видел. Заливаем уксус и перемешиваем. Это очень важно. Вообще говорят, что рисовый уксус — это все вранье. Это клей. Пахнет-то так терпко. Возможно, это действительно клей. Клей для риса. Эти китайцы, они что только не придумывают. Они же сейчас подводные лодки делают. Уксус для риса. Клеевый. Теперь все, что нам нужно сделать, это дать рису остыть, чтобы он не сварил нашу рыбу, не сварил нашу водоросль. Все, короче, там вокруг нафиг не сварил. Так, все. Это очень полезно. А вы что, не знали? Поэтому водоросль. Ты так молодо выглядишь в свои 40. Естественно. У тебя водоросли на лице, Рома. Это все для пользы. Это здоровье. Здоровье на моем лице. Будем считать, что эта штука остыла. Нет. Дыхание огня. Ладно, она остыла. Это все шутки. Это все постанова. Накладываем. Так, что-то я начинаю перебарщивать. Как вкусно. Идеально. Ха! Рыбку. И нам нужно добавить сыр. Творожный сыр. Творожный? Творожный. Все правильно. Я был уверен. Так, ничего страшного. Пальчиком нигде не колупался. Пальчик чист. Тут вообще все чистое. Как в операционной. Хоть бы кто-нибудь написал какой-нибудь плохой комментарий, что тут грязное, я не знаю, или что-то еще. Вообще комментариев не пишите. Шеф-повар недоволен. Осталось только за... А, господи, что я творю? Специальное приспособление. Вот так. Или не так.
блин, как это сделать? И придавливаем. Главное, не передавить. Души удава. Главное, удава не передушить. Ну, пожалуйста, я сам не верил. Идеально же получилось. Давай, ставим на поток. Какая-то она у тебя не круглая. Да ничего страшного, здесь главное вкусовые ощущения. Да вы приглядитесь, суши, даже которые привозят в доставке, они тоже не круглые. Видите круглую сушенку? Знаете, она невкусная, потому что мастер, судя по всему, заботился над внешним видом, а не над вкусовыми характеристиками. Я всегда смотрел на такие наборы и думал, что это все фигня, и что невозможно приготовить легко и просто. Конечно, нужно иметь вот этот талант меня. А четко в раковину попал, да? Ну как раз там самое место. Накладываем рыбку. Это будет царский ролл, царский суш. Мы сюда выложим всю оставшуюся рыбу, чтобы было по-барски. Так сделаю только я. И творожный сырок. Куда же без него? Забыл сказать, вот здесь вот очень важно оставлять небольшой островок пустоты. Это для склейки, чтобы она склеилась. Ну, у нас такая тактика. Толстый, как я люблю. Я же знаю, что ты любишь. Я знаю, что любят женщины. И даю им это. Поэтому меня так все и любят. Почему меня никто не любит, а? Это магия. Идеально. Все, что нам нужно теперь сделать, разрезать. Ну, вот тут Анюта откусила, конечно, косячок. Ты. Ну, посмотрите. Ну, а вы думали, не получится? Садись вместе с камерой. Давай, секундочка лицемерия и лжи. Ну как тебя? Я не пробовала, подожди. А в смысле, по красоте? Ты про это? По красоте я и сам вижу. Но они страшненькие. Ну, смотри, они берутся, не разваливаются. Я проверю. Надо до рта донести. Прям целиком пихать? Конечно. Так, она не выплюнула сразу. Так, она не выплюнула 5 секунд. Она думает, то есть есть варианты. Возможно, все неплохо. Вкусно, но много риса. Можно было еще дальше. А так? Я же хотел накормить тебя, моя зайка. Вот такие дела. Вот такую штуку мы вам рассказали сегодня. Готовьте, пробуйте. Комментируйте. Радуйте своих женщин. Действительно. 8 марта, ну идти твою. Потому что, как показывает миллиард различных статистических опросов, женщина, как только становится сытая, сразу становится гораздо добрее. Посмотрите на это лицо. Оно стало счастливее. А это то, что должен делать мужчина каждый день, просыпаясь с утра в кровати. Думать, как же сделать ее счастливее. Ну отварите вы риса ей в конце концов. Всем спасибо за просмотр. О. И до новых встреч. Так, я попробую. Значит, с рисом переборщил, да? Сильно переборщил? Ну, не прям так, но да. Не, ну, кстати, я ожидал, что будет хуже. Неплохо вообще-то. Я же сказала. Вообще-то неплохо. Закончили снимать. Короче, дела сухо. Я хотел реально даже сказать то, что мы такие, типа, блин, неплохо. Может быть, сегодня выпить немножечко 8 марта праздник. Немецкого пивасика. Любые хорошие суши провоцируют распитие. Пивас я имел в виду безалкогольный. Безалкогольный.